Калина, рябина, спирея. Молодые деревья и кустарники высадили сегодня в Нижневартовске. Мини-сад появился под окнами ветерана Великой Отечественной войны Муставдиги Гильязовны Бахтиевой. Акция посвящена юбилею Великой Победы. Деревья высадят во всех дворах, где проживают фронтовики. Экологи и волонтеры уже разбили 7 палисадников Победы. Всего их будет 14, в каждом 5 деревьев. По словам экологов, это самые красивые и в то же время стойкие растения нашей северной природы. Праздничная символика Победы со временем исчезнет с улиц города, а деревья будут долгие годы напоминать о героях войны. Важно очень, я еще ей сказала тогда, она вообще любит и природу, животных, которых она вообще не боится. И для нее это радость, также и для нас всех, что у нас вот двор преобразился, будет цветущий, красивый, и все, кто будет ходить мимо, будут радоваться. Может, еще можем дальше продолжить посадить что-нибудь.